Лайк плюс подписка равно вот такой вот инвентарь. Всем приветик, ребята, Кента пока на проводе, и сегодня у нас будет мега битва. Два про игрока против шестерых нубов. Честно говоря, это будет очень по хардкору, это будет очень сложно, но мы постараемся затащить. Ох, фига себе ты лагаешь, фига себе ты лагаешь. А, это у всех пинг большой, походу стендов лагает. Так, ну что же, ребятки, мы начинаем играть наш первый раунд, поэтому обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал Кента ПК. Доели стандартные скины в стендов 2. Хочешь себе топовый инвентарь, но кошелек не велик? Тогда заходи на steadydrop.ru, открывай бесплатные кейсы каждые 3 часа и выигрывай лучшие скины от 10 рублей. Гарантированная доставка, удобные способы пополнения и, безусловно, прозрачный дроп. Открывай с удовольствием на steadydrop.ru. А промокод Кент умножает сумму в 2 раза. Ссылка в описании. Ух ты, блин! И уже Кента ПК сделал минус 1. Играем на всю карту, играем ровно до 5. И поехали, поехали, поехали. Так, минус 2. Ой, фига себе мы этих нубов, как семечки щелкаем. Давай, давай, братанчик, давай, давай. Ой, по кентухе попали, это было больно. Так, пока что все хорошо. Мы даже тащим, но меня чуть не убили. Это плохо, это плохо. Давай, давай, братуха, давай, рашим, 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 погнали. Сбоку еще один. О, да, мы это сделали, просто мы лучшие. Так, и еще кто-то заложил бомбу! Да, на керамбитик. О, да, как я обожаю такие моменты. Так, а где у нас бомба? А, бомба тут, все, окей. Блин, ну это реально было круто. Вот за такие моменты надо поставить лайк и подписаться на канал Кента ПК. Это круто. Ребят, я напоминаю то, что мы играем на всю карту. Не обязательно ходить только через Б. Но играем ровно до 5. Так, ну чё, счет 1-0 в нашу пользу. Мы просто красавчики. Давай пятюню, Наса, Наса. Кстати, мой тиммейт это Наса, это платиновый ветеран. Блин, охренеть, это у него 100-й левел получается. Блин, вообще пушка. Так, полетели, давай, погнали за мной. Не надо, не надо, не надо, погнали сюда. Двухсотый левел? Охренеть, 200-й левел, обалдеть. Так, минус виш. Давай, спокойной ночи, малыши. И надо не забывать чекать ковры. Не забывай чекать ковры, потому что там по-любому кто-то есть. Я тебе отвечаю. Вот я чувствую, кто-то тут есть. Или нету, или есть, или нету. Блин, они бомбу заложили. Ах вы говнюки, бомбу заложили на Б. Ну ничего, ща кентуха их всех примет. Так, слышишь, нас, оставь мне хоть кого-то. Я понимаю, что это 200-й левел. Ну дай кентухи тут раздать. Так, ребятки. Ух ты, блин, ты меня прикрывайся со спины, понял? Блин, блин, блин. Так, нормально, минус один. Блин, походу мы сейчас рванем. Походу рванем. Ё-моё, прикрой меня, прикрой меня, я разминирую, прикрой, прикрой, прикрой. Я разминирую, братан, прикрой меня, просто прикрой. Прошу, давай, 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 давай. 3, 2, 1, пожалуйста, успей, успей, успей. Да, мы это сделали. Фу. Так, ну что же, продолжаем дальше нашу потную каточку. Пока что все очень даже хорошо. 2-0, ну блин, офигеть мы красавчики. Прикинь, Наса, я прям не верю. Это мы, это точно мы. Блин, ну офигеть просто. Так, ну что, играем дальше. Очень потная каточка. Но, если вы наберете 5к лайков, то я сниму продолжение подобной рубрики. Поэтому ставьте лайки и подписывайтесь на канал Кента ПК. Ух ты, блин. Давай, спокойной ночи. Нормально, нормально, я раздаю. Сзади, 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 братан, сзади. И сзади, и спереди. Они как муравьи просто со всех щелей лезут. Привет. Подожди, а бомба-то на А! Бомба на А! Блин, бомба на А! Нет, нет, нет. Ё-моё, моего тиммейта убили. Офигеть. Вся надежда на меня, вся надежда на меня. Ух ты, блин, вот это я раздал. Так, 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 быстрее, 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 быстрее. Кентуха, успей, успей, прошу, прошу, прошу. 3, 2, 1. Ну. Да. Мы это сделали. Ну просто мы красавчики. Ну просто за такие моменты надо набрать 5к лайков. Ребят, я знаю, что для вас это не сложно, поэтому давайте. Также я напоминаю то, что вы можете предлагать ваши идеи для будущих видеороликов в комментарии. Наса просто лучший тиммейт, реально хорошо играешь. Типа, ну ребят, 200-й левел чувак получил. Конечно, он играет как про, поэтому красавчик. Правда, есть одна небольшая проблемка, что подлагивает сам стендов. Это, конечно, проблемка. Так. Так, 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 мы живем, все хорошо. Ё-моё! 15 хп! Нет, 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 я сильно маленький, хочу к маме, я хочу к маме! Ох, блин. Так, ребят, тихонечко, осторожненько. Погнали, в атаку. Минус 2.
Вообще пушечка. Ща минус 3 сделаем или нет? Не, не сделаем. Эх, ну чё вам сказать? 3-1, к сожалению, один раунд проиграли, но ничего страшного, мы проиграли раунд, но не сражение. Играем до 5, еще раз напоминаю, давай, Наса. Ой, да зачем ты купил эту задницу, не надо. Ё-моё, ребят, походу этот раунд мы тоже сольем, вы видели его оружие? Офигеть, не встать! Так, минус 1, минус 2, да ну, минус 2 я раздал, вот это да, я сам себя в шоке. Минус 3. Ой, как же обожаю дробовик, ребят. Кто бы что ни говорил, но дробовик просто лучшее оружие. О, мой тиммейт умер! Мой тиммейт умер! Так, все хорошо. Опять бомба на А! Вот это я рак, бомба на А! 3-1, мы проигрываем! Ну как, мы проигрываем в этом раунде. Так, давайте быстрее. Слышу шаги, они где-то рядом, отвечаю. Зуб даю, где-то тут. Ой... Так, разминирую бомбу. Быстрей, кентух. 3, 2, 1. Ну. Да, мы это сделали. И рофл в том, что у них остался один живой. А, вот он. Офигеть, вы это видели? У них остался один их тиммейт, и он не убил меня, когда разминировал бомбу. Блин, вот это крутяк. Вот это мы красавчики. Покупай дробовик, я тебе отвечаю, сейчас выиграем. Отвечай, покупай дробаш, пожалуйста, окей? А, у тебя бабла нету, ну вот, лови. Сейчас мы просто им покажем, где раки зимуют, сейчас мы им покажем, кто тут батька. Направо, давай. Happy birthday to you! Ой, красавчики, вот это мы лучшие. Так, еще один, давай. Рашим, прорвемся, отвечаю, прорвемся. Мы должны это сделать. Сзади! Ё-моё, братан, все плохо. Короче, бежим. Короче, каждый сам за себя. Ладно, шучу. Ой-ой-ой, все плохо. Блин, фига себе их там. У нас и 15 хп. Нет. Опа, приветик. Нормально. Но кто следующий? А, вот он. О, фига себе их там. Их там было трое. Обалдеть. Наса, они слева. Да. Жди тут. Так, они где-то тут. Справа, сзади. Нет. Так, ну что же, ребята, играем дальше. Пока что все хорошо, 4-2. Хоть мы 2 раунда и проиграли, но все равно мы побеждаем, поэтому это самое главное. Так. Ё-моё! Так, минус 1. Неплохо. Даже очень неплохо. И идем дальше в атаку. Или не идем? О, фух, как это было эпично. Лорд прям сделал тройное сальто назад. Так, тут тоже никого нету. Все окей, все чики-пуки. Вон. А теперь смотрите, моя супер тактика. Просто он еще офигеет от жизни, отвечаю. Блин. Ха-ха! Убили кента. Нет. 4-2. Да ну! Я не хочу камбэка, только не камбэк. О, красавчик, Наса, лучший. Да. Это победа. Мы это сделали, это победа. Ребята, за такую эпичную бойню вам надо поставить огромный лайк, подписаться на канал Кента ПК и написать любой хороший комментарий, потому что это было нереально эпично. Ну что же, с вами был ваш Кентуха, всем удачи и всем пока. Пока-пока, мы победили, яху!